Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня Brawl Stars. Закончил я с новым героем, с тестом битвы замков, добрался сюда, и сегодня у нас открыли уже новую звездную силу. Защитная каска, это вторая звездная сила. Снижает получаемый ей урон на 15%. Ну, такое. 169 гемов за нее просят. Странно, что у меня сегодня, как видите, опять же, нифига не высветилось в магазине. То есть нифига нету. 15%. Завтра она у меня будет за 1000. Делаем как обычно. Не забывайте, конкурс на Лего есть. Смотрите видос, он есть и на стартовой страничке. И в принципе, и так я вам говорю за него. Поэтому все условия там есть. Заходите, смотрите. Блин, я уже забыл, где здесь гемы покупать. Дожились. Поехали, заберем, посмотрим, что же на самом деле это будет за суперсила. Так, отлично, не буду я завтра ждать, я хочу, чтобы завтра у меня уже гаджеты были. Так, есть, звездная сила, защитная каска. Поехали, посмотрим. Сегодня, кстати, апнул, немножко поапался ею с рандомчиками. Да давай, переключайся. Ладно. Сейчас так ее найдем. Такс. Первая у нас 15, это есть. Защитная атака. При получении урона Джеки превращает 15 урона в контратаку. А, вот так вот, с помощью Ямабура. А вот эта защитная каска Джеки снижает любой получаемый ей урон на 15%. Ну, поехали, посмотрим. Соответственно, что я могу сказать? Если Джеки была имбой, то теперь она еще более мега супер имба, потому что входящий дамаг по сути минус 15%, это дофига. Даже против Джеки с контратакой, мне кажется, такая будет поярче. Где-то в районе 1500 дамага будет входящий дамаг от Джеки вражеской. Это реально круто. Так, зря я поднял, надо было ему дать. Так, ну что, убегать, не убегать? Ладно, не буду убегать. Я потом к ним заскочу. Тема кайфовая. Куда ворон прыгнул? Нафига? Вот реально, нафига было прыгать? Ой, хорош, красавчики. Если еще все спасетесь, вообще будете молодцы. Красопеты. Вот так вот, ребятушки. Изи катка. Хорошая каточка. Ну, я с рандомщиками бегаю. Сейчас набиваю. Блин, ну что могу сказать? Реально кайф. 15% врежется полностью весь дамаг. Если там контратака, ну если выбирать, да, между контратакой и дамагом,
входящим, то все-таки лучше, наверное, вот эта новая пассивка. Вот смотрите, 1000 получаю всего. Так, короче, вы что, охренели, что ли? Батька идет вас нагибать, но это не точно. Так, что у нас есть, джин? Это у нас джин полудохлый. Ты будешь кого-то тащить, друг? Друг мой, ты вообще с пассивкой? Ты вообще без пассивки, какой-то ты вяленький джин. Ну понятно, тут у нас будет шанс слева максимальный. Но, блин, я не знаю, теперь, по сути... Блин, не успел включить ускорялку. По сути, еще имбовый стал реально герой. Смотрите, можно свободно танковать, без проблем. Так, ну теперь, я надеюсь, Джуна ульта есть. Он потянет. Джин, ты будешь кого-то тащить или нет? Понятно все. В общем, здесь все. Все понятно. Пиздец, блядь. То есть. Ну, фигай ему 10-е, вот, блин, поставят хил. Опять слив. Шанс слива, как обычно, максимальный. Что я могу сказать? В общем, сами все видите, что реально ульта просто имбушка. О, хороший джин. Здравствуй, жабка. Здравствуй, жабка, крокодил. Дил. До свидания. Что-то мистер Пи там тоже недокачанный, какой-то странный. Без пассивки, судя по всему. Иди сюда, я сказал. Иди сюда, куда ты бежишь? Ну, посмотрите, насколько пассивка режет дамаг. Реально круто. Так, у нас закончился музончик. Вот так вот. Просто тупо убежали. Хорош. Так, что-то я тут уже начинаю выеживаться. Так, где наш музончик? Я не понял. Сыграем еще раз с ним. Давайте еще раз сбегаем. Ну, кайфовая тема. Вот что я могу сказать. Джеки на сегодня реально самая такая имбовая с бравлеров. Потому что, ну, круче. Я не знаю. Я на Бравл Болл даже с ней начал бегать. Хотя я не люблю эту локацию. Просто тупо в кайф пофармить, пофаниться. Пофиг на те кубки. Вот именно пофаниться в кайф. О май гад, жесткие типы. Да ты что? Да ты что? Ну давай еще раз. Давай. Закидывай. Блять, вот создают реально люди ники. О чем они думают? Бум. Я даже не знаю. Так, давайте, надо, чтобы вы меня здесь добили. Джин хорош. Хорош, красавчики.
Опача, станчик. Слегонца прилетел нам. И тут у нас мега разборки. Слегонца в стенку. Ай-яй-яй, стан не вовремя. Ну, красавчики. Хорошая тема. Сейчас бегаем с ними еще. В общем, вот так вот. Знаю, пассивка себя оправдывает. Стоила на 169 гемов. Завтра можно было ее получить, в принципе, за 2000 монет. Но я решил все-таки забрать сегодня, чтобы вам показать, насколько это теперь мега-имбовый персонаж стал. Ну, не знаю, что они здесь пытаются, смогут нам сделать. Буду просто... Ну, смотрите, 800... 810 дамага. Раз, два, и его нет. Все. Он там бегал, пыжился. Мне двух тычек хватило, чтобы его убить. Можно просто тупо бегать. И троллить. Реально. О, нифига себе, они уже 5 натащили. Так, я что-то увлекся. Походу. В общем, вот так вот. Бегал, 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 развлекался, короче, еще и звездного словил. Ну, не знаю. Так, он вышел, короче. Сейчас будет сливкатки без жена, конечно же. В принципе, вот так вот, ребятушки. Нет у меня сегодня новых гаджетов, к сожалению. Так, ну что, как обычно, подвисло. Да. Ну, вернули кубки обратно. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.